Сегодня по просьбе Михаила Николаевича из Ёшки, то есть Ёшкар-Алы, мы будем гулять по улице Летчик. Немного недорогая, 300 рублей всего, что ли? Нормальные цены. Потеплело до минус 31, и я иду гулять. Авангард на ремонте. Потихоньку ремонтируют, реконструируют. Здесь про-склады, десяточка амба, продуктовые склады. Ну, здесь их называют магазинами, а на западе это склады. Просклад. Десяточка, амба, амбарчик. Спасает то, что ветра нет пока. Он есть такой ненавязчивый. Очень такой ненавязчивый ветерок. А через пару часиков будет ветер. Поэтому спешим гулять. Все надо делать быстро зимой. Здесь идет алкашка. Алкашка. Вот еще одна алкашка. Алкашки и аптеки, как кто-то написал. А вон еще одна алкашка через дорогу. Там Минлав сзади меня, и вот Минлав. А там вон столица, еще алкашка. Сегодня мы с вами погуляем по просьбе Михаила Николаевича. Михаил Николаевич из Ёшкар-Алы. Спасибо вам за поддержку канала. Гуляем по местам вашей юности и детства. Дождаться автобус в январе, это тот еще квест. Ну, стоят, ждут. По городу вообще можно пешком ходить. Ладно, там на Дзёмге.
Комсомольск-на-Амуре, город праздников. Я не знаю, или правда солнышко припекло, или я просто разогрелся, что так быстро иду. Одно из трех. А третье — это греет меня любовь подписчиков. Кому-то налево, а нам направо. Да, здесь давно уже посносили деревяшки. Не знаю, там осталось, что-то не осталось. Может, пару домов. Да, стоят вон, стоят еще. Есть Сбербанк, мы его давно уже построили. Деревяшки стоят еще. Одна, вторая. Здесь посносили. Район потихоньку отстраивают. Французские окна. Адрес можете загуглить. Пионерская, 39. Видите, окна французские. И вот туда дальше пошло. Еще пару домов. Там тоже отстроили трехэтажки. Они прям до Кирова идут. Иду в обратном направлении, к проспекту Сталина. Сейчас он Мира называется. И по этим дворам похожу немного. По улице Летчиков. А иду я по улице Красноармейской. Сейчас выйду на Летчиков. Ну и дубак. Но вот ветра нет. Это спасает.
Вот же летчик, она была. Я все пытаюсь ее обнаружить между Пионерской и Первой. Здесь, наверное, стояли бараки. Что-то зимой вообще не могу сориентироваться, все в снегу. Да я тут и летом не катаюсь никогда. Остраивается что-то. Вот эта улица Красногвардейская. Красногвардейская, Красноармейская, Краснофлотская. Назвали три улицы подряд. Я постоянно их путаю. Деревья поспиливали, чтобы было видно, подкрашенные сталинские декоры. Я так думаю, это причина. Вот. Чего они стоят, мешают? Вот это еще оставили, не спили тополь. Здесь очередная алкашка. Дилан. Дилан, Дилан, столица, Бристоль, что там еще. Да, вот ветерок поднимается. Чтоб не жарко было. Красивая сталинка. Thank you.
для яркости ощущений. Ворота еще сохранились. Наверное, последние ворота в городе между Сталинками. Все, подул ветерок. Красота спасет мир. Проспект Мира, 45. Корпус 2, наверное, да? Видите, советские еще таблички. Сохранились. Это я иду между Ленина, вон там Ленина, ну вон там он Мира, вот этот уголочек. Все, рот замерз, говорить не получается. Сейчас через дворы хочу выйти туда, к ЦУМу, за ЦУМ. Здесь вообще не помню, чтоб я снимал, что это за сооружение. А вон Ленина, вот первая школа. Вот Севастопольская пошла передо мной. Сейчас я по ней пробегусь навстречу солнцу, чтобы немного согреться. Это испарина, видите, испарина. Испаряется. Четверо штанов. Термобелье, теплое трико и два шерстяных. Севастопольская. Навстречу солнцу. Магазин такой неплохой. А, закрыто что ли? Или открыто? Сейчас не понял. Земляк, он не работает. Не работает, да? Нет. Он, говорит, переехал куда-то на другой район. А-а-а. А тебе какой магазин? Да я просто продукты хотел зайти. Вот, пойдем, вот, смотри. Не оставят его.
сейчас через эти дворы занырну туда, до ЦУМа. Вот это девятиэтажка, Севастопольская, 42. Десятиэтажка, вернее. Вон он, тот самый магазин, который закрыт сейчас. А мы идем дальше. Вот он, свежий ветер, живительная прохлада, а то на солнце жарко. Вон он, ЦУМ проглядывает. Буквы. Ну вот такая пробежка обеденная по Январскому, Комсомольску, на Амуре. Видите, как необычно выглядит ЦУМ наизнанку. Я сам первый раз его вижу с этой стороны. А, кресло есть, посидеть немножко. Ёпка.
погреба здесь таятся под снежным покровом. Всем отличной недели, дамы и господа. Скоро увидимся. Thank you.